Нормально так с первого раза бабах просто. Во-во-во-во, ух ты, блин, какие у тебя тоненькие ножички. Нет. Добро пожаловать в школьный прорыв. Что же за школьный прорыв такой? Добро пожаловать в задержание. Мистер Пикл. Пикл, сраная фамилия. Самый несправедливый учитель в школе. Он держит вас под стражей все выходные. Это несправедливо. Давайте, вырывайтесь. Согласен, это несправедливо. В школу, выходные. Камон, чувак. А где он вообще? Вот этот усатый чувак, что ли? Офигел, что ли? Да, чувачок это непростой. С линейкой стоит такой. У него, по-моему, еще, кстати, наручники или часы в руках. Так, ну ладно, давай посмотрим. Изи. О, я помню. Давай я включу изи. Не надо мне вот этот хард. Я лучше пройду его на изи. Люблю все изи. Опа, нифига себе. Что нужно делать? Почему я парты беру в руки? Он что, спит, что ли? Походу, да, он спит реально. Капец, он животяру развалил свою, блин, учитель называется. Так, а что делать надо? Камеры. Ага, я так понимаю, надо взять стул, подставить его вот сюда. Ну и как минимум, наверное, стол. Сейчас еще вот сюда давай поставим. Ну теперь, наверное, я думаю, можно прыгнуть. Ага, отлично. Мы совершаем с тобой побег от этого учителя. Отлично. Зашибисеньки. Ух ты, блин. Так, камон, here we go. Интересно, он за нами будет, я так понимаю, по пятам идти. Он сейчас же по-любому проснется там. Let's go. Идем по лестнице сюда. Так, тут есть какие-то разные прикольные приколюхи, которые можно, наверное, прикупить. Нифига себе, 1300 раблаксов этот пакет стоит. Да вы что, офигели, ребята. А ботинки с пружинами? Ну, камон же, что-то они вообще не продаются. Так, что за кнопка? Нажимаем. Ого, какой-то парогенератор тут. Воу, ух ты, блин. Ну, я понял примерно, в чем суть. Мне нужно просто быстро вот так вот перемещаться. Ага, есть, отлично. Справились с тобой быстро. Так, дальше идем наверх. Я так понимаю, это что? Какая-то школа и здесь люки? Так, надо коробку перенести вот сюда поставить. Так, и еще тут какая-то кнопка. Давай нажмем. Что произошло? Я думаю, одной достаточно. Блин, где мы лазим? Я вообще ничего не могу понять. Что это такое? Какие-то вентиляционные люки в школе, что ли? Мне не нравится хлопок двери. Так, лестница. Беру ее сюда. Давай-ка. Больше мне ничего нажимать не надо здесь? По-моему, нет. Да, тут больше вариантов других нету. Падаю сюда вниз. Он что, храпел? Это его храп. Он где-то здесь прям храпит. Слышите? Храп увеличивается. Звонок звенит, а ему вообще пофигу. А, смотри. Так он запер меня и уснул, что ли? Так получается? Я что-то не понял. Скорее всего, да. Скорее всего, он меня запер в школе, в классе и сам начал спать. Так, ладно. Чё-то. Он узнал и услышал, что я сбежал. Ах ты, бегунок. Так, подожди, чувак, я взял какой-то красный ключ. Что это такое? Уйди отсюда, толстопуз. Красная дверь. Может, сюда мне надо? Ну, пожалуйста. Нет. Гадина, схватил. Сейчас опять открою дверь. У меня, кстати, красный ключ. А, вон, смотри, замок. Какие у тебя тоненькие ножички, мистер Помидоркин. А, да-да, давай там, штаны наложи еще. А что, ты сюда не заходишь, что ли? Ну и фиг с тобой, иди давай. Скорее всего, сейчас обходными путями будет меня искать. Так, смотри, что это такое? Где мы теперь с тобой? Я так понимаю, это что-то типа... Да, тут, наверное, физра проходит или что? Это типа спортивный класс? Вау, красава, как мы полетели. Не упади тут, прошу тебя. Так, блин, девочка, ты мне мешаешь, тут бегаешь. Наверх? Нифига себе, какие груши. Отлично, цепляемся. Полетели! Отлично. Вау, там что за зомбарь? Прикольные мостики, мне нравятся они. Офигенно полетали. Так, не правда ли? Так, ладно, идем сюда. Что интересно, здесь какой-то интересный спортзал с такой вот высотой. Так, что тут надо, мячик брать? А, играть надо? Нифига себе, куда я его зарядил? Так, подожди, давай еще раз. Нормально вот. Есть. Есть, я попал. Заходим. Там он ездит. Так, он проехал только что. Ну-ка, давай-ка, быстрее бежим. Да, елки-моталки. Да, блин, ты что за ней не побежал? За мной побежал. Блин, куда бежать от него? Ребят, кафетерия. Там закрыто. Это кафешка. Так, тут заколочено. Вот это, походу, дверь. Туалет, что ли, в тубзик? Блин, быстрее! Что ты в туалет забегаешь-то вообще на своем драндулете? Давай-давай-давай-давай. Быстрее. Мистер Пинкинс. Или как там тебе, блин? Недоумок полнейший. Давай, в тубзик. Так, куда? В какую? А, посередине дверь. Быстрее. Сюда нельзя. Посторонним вход запрещен. Что теперь? Опять баскетбол? Ух ты, надо вот туда попасть.
Нормально так, с первого раза бабах просто и все. Только что это? Куда я попал? Что это за цель была, я так и не понял. Идем сюда. Стопы. Вот так будем делать. Оп. Ну, я на изи справился. Реально изи. Не, мне, кстати, больше нравится на изи проходить, чем на хард. Потому что хард там вообще полный хард. Блин, хватит уже по этим люкам лазить. Сколько я их уже обошел, а? Уже надоели они. Постоянно по люкам да по люкам. Так, что в магазе есть? Ну-ка, давай с тобой посмотрим. Это ультимейтед. Супер спид бутс. А сколько они стоят? 100 роблоксов. Прикольно. А давай прикупим. Прям интересно, что это будет такое. Где мои спид бутс? Ух, какие! Офигеть! Джук-джук-джук, какие у меня топори прям. Подожди, ну тут же есть еще блокси кола, я так понимаю. Давай, выпиваем ее. Сейчас у меня тоже будет супер скорость. Во, тут даже ботинки не нужны. Опа, опа, погнали. Фух, нормально так в полете. Давай здесь. Пам, пам. Зашибисенький папам. Вот так. Так, блин, я пока еще ни разу не упал даже. Отлично бегу, кстати, ребят. Ух ты, красава. Слушай, вообще, прикинь, с первого раза. Чё? Ты чё там рыгаешь? Фу-фу. С первого раза, кстати, прошли замечательно. Так, у меня есть спид-ботинки еще. Вот сейчас, кстати, я их и одену. Смотри, какие они крутые. Так, по-моему, я с этим чуваком сейчас буду гонять. Завел тут свою драндулету. Выставил свою тут топку, мне, понимаешь ли. Давай, садимся. Раз, два, три. Погнали. Нифига ты рванул. Сейчас была бы у меня ракета, я бы тебя подбил бы. Слышь ты. Обгоня. Офигел? Козлина, он меня сбил. Не, ну подожди, я так не играю. Самоубийство. Давай заново, чувак. Так нечестно, как минимум. Ты что меня взял? Немножко там подбил. Да, давай, ржи. Сейчас доржешься ты у меня. Вот тут делаем тебя, вот так вот. Турбинки ты забыл, да? Ага. Ага, давай. Я теперь первый еду. Не упади. Далеко он там, интересно? Я его не вижу, блин. Не могу посмотреть назад, потому что я управляю с помощью мышки. Давай еще турбинки. Ну, пока мы едем первый. Я не вижу его. О-о-о-о, стопарь. Где он? Ребят, я его не вижу. По-моему, я далеко от него оторвался уже. Финиш. Я его сделал. Ну, что там, едешь, нет? А, вон он что-то плачет. Че он плачет? Ну, смотри, в тачке сидит. Правильно, нечего. Так, я одеваю свои супер ботинки. Так, ага, по трубе вверх. Погнали. Капец. Блин, иногда мне кажется, что они супер быстрые. Зашибись. Пом-пом-пом. Опять одевай. Блин, опять ты надоел ты уже, а? Что тебе надо? Чем ты там пуляешься? Книгами что ли? Я в него пуляю из трубочки, прикиньте. А что, надо тебя реально заслюнять помощнее. Офигеть, я его заслюнял там по полной программе. О, смотрите, кружится как бешеный. Ах ты, блин, попал по мне. Что ты там с ума сходишь? Все, подрывайся давай уж. You crazy? Школьный автобус. Наверное, не сюда. Опа, нет, так открывается, так, погнали. Может, я все-таки проваливаю уже с этой школы, от этого мистера какого там Пинкинса. Куда мы едем? Я один всего лишь еду в этом школьном автобусе. Что? А, я понял, куда мы приехали с тобой. Спасибо большое. Здорово, братва, здорово. Все меня тут встречают. Салам, всем шалом. А, можно выбрать всякие разные уровни, можно выбрать разные всякие скорости. Это мне, конечно же, все кайфово и нравится. Но самое главное, что мы прошли эту игру. Заходим в портальчик. Я проходил уже эту игру. Я ее уже проходил на FFGT. Уже есть видосик. Его, кстати, можете тоже посмотреть, если вдруг он вам прикольнется и вообще понравится, короче. Ладно, что ж, друзья мои, подписывайтесь на канал FFG TV, ставьте лайкосики. Всем удачи, всем хорошего настроения. Пока-пока.